За дело. Поехали. Раз. Я хоть запись включил. Да. Делаю специально медленно, чтобы не раскачиваться. Это уже немножко пульсы поднимает. Мешок ручки поцарапает. По 7 буду делать первый подход. Иначе сильно дыхание собьется. Не получится носки сделать. Если нет сандбага, ребята, можете взять любой мешок и делать подъем на плечо. Также это может использоваться тяжелый мяч в том же количестве. По 5 раз. 5 до параллели, 5 от параллели и 5 полностью.
когда нам вначале просчитался, мне кажется. Хорошо. Интенсивная тренировка на все мышцы тела, как и написано у классиков. Вот как-то так. И коль уж пошел вопрос, точнее ответы на вопросы, ребят, еще один комментарий хочу дать ответ. Съезжаешь на функционалку. Ребят, я не съезжаю на функционалку. Я делаю силу и функционалку для того, чтобы оставаться компетентным во всех направлениях. И в кроссфите, и в качалке. И в силовухе, в тренировках силачей прошлого. Мне интересен именно этот аспект. Быть работоспособным, эффективным и компетентным. Что думаете
по поводу того, сделать мне нужно было сегодня день отдыха для того, чтобы восстановиться. Или хорошо, что я сделал такую тренировку функциональную. Пишите в комментариях. А на сегодня все. Спасибо за внимание и поддержку, ребята. Я знаю, что многие со мной вместе. До скорых встреч. Пока-пока.